Сейчас ноябрь. А хотите иметь вот такую красоту на зимнем подоконнике в январе-феврале, когда за окном еще снег, мороз, а у вас крокусы, великолепные весенние цветы. Прямо солнышко в квартире. Давайте посадим с вами крокусы на выгонку. Сегодня мы купили 5 клубнелуковиц крупноцветковых крокусов. Именно крупноцветковых. Они красивее смотрятся в цвете, когда распускаются в январе, феврале. И я предпочитаю желтые. Все-таки больше солнышка, больше весны привносят в квартиру. Вот я их купил, даже немножечко здесь уже ростки начали пробиваться. Но это не страшно, это не влияет на цветение крокусов. Сейчас мы их с вами посадим. Для этого я взял вот такую 12-сантиметровую в диаметре плошку, не глубокую. Именно в таких плошечках наиболее лучше выращивать крокусы. Условием хорошей выгонки, удачной выгонки, является охлаждение клубнелуковиц при температуре от 0 до 9 градусов Цельсия в течение 3 месяцев. Начинаем высадку. Я до половины заполняю плошку универсальным грунтом, который купил в магазине. Можно использовать любой грунт, потому что цветение крокусов будет происходить за счет питательных веществ, накопленных в клубне луковицы. Поэтому можно песок, керамзит, любой материал. Даже можно производить выгонку в воде. Вот я засыпал до половины плошку грунтом и смачиваю его. После смачивания грунта раскладываю свои клубни луковицы по периметру, так, чтобы они не касались друг друга и не касались стенок, и несколько заглубляя. В каждой клубне луковицы распустится 4-5 цветков, то есть здесь у вас целая клумба получится. Вот, немножечко проливаю снова водой, и одно из условий — не уплотняйте грунт. Вот и все, крокусы посадили, присыпали грунтом, пролили водичкой. И теперь я накрываю вот такой вот второй плошечкой, ну, для того, чтобы при росте побеги не деформировались. И отправляю все это сооружение на 3 месяца в холодильник. Это наилучшее место для выгонки крокусов. Температура от 0 до 9 градусов. Периодически проверяйте влажность субстрата. Через 3 месяца, когда вы откроете верхнюю плошку, побеги должны вырасти и быть не менее 5 сантиметров. И вот такую плошечку с выросшими до 5 сантиметров ростками выставляем для цветения. Первый и второй день можно поставить на пол. Температура 16-15 градусов. Потом переставить на подоконник. Но учтите, при очень высокой температуре, при прямых солнечных лучах или дополнительной подсветке, крокусы отцветают очень быстро. Поэтому лучше им обеспечить температуру щадящую, ну, порядка 16-17 градусов Цельсия. Такая температура как раз и бывает на подоконнике возле холодного окна. Удачи и красивого цветения!